Съедобные факты от Лики Длугач. Программа выходит при поддержке сети магазинов Cool Clever. Cool Clever – натуральные продукты, созданные с любовью, вкус которых вы запомните и захотите возвращаться к нему вновь и вновь. Привет! С вами Лика Длугач, и я предлагаю сегодня немного вернуться в детство. Туда, где тот самый чай, котлеты из кулинарии и самая вкусная пирожная картошка. Помните вкус? Сверху какао, внутри плотная, но мягкая сердцевина, пропитанная чем-то очень ароматным. И обкусывается так легко, и остановиться невозможно. А сверху кремовая розочка, или даже две. Совершенно конкретный продукт, на поиски которого любители картошки отправляются периодически в разные магазины. Я знаю нескольких таких фанатов, которые скупили все доступные образцы в поисках того самого единственно верного вкуса. Но нет, то слишком плотное пирожное, то слишком рассыпчатое, то обсыпка совсем не такая, как надо. Все потому, что та самая картошка делалась повсеместно по одному рецепту с соблюдением ГОСТа, государственного стандарта качества, отступление от которого не предполагалось. Предполагалось вообще. А в том ГОСТе, конечно, ни пальмового масла не было, ни искусственных красителей, ни усилителей вкуса. Все было сплошь натуральное. Оригинальный рецепт нашелся в кулинарной книге классика советской кулинарии легендарного Роберта Кенгиса. Именно по этому рецепту не только производство и домохозяйки прошлого могли готовить прекрасный десерт, но и пекарня Мяснов теперь делает пирожное нашего детства. В версии картошки, которую можно купить в Cool Clever, используется настоящее сливочное масло, как и в оригинальном ГОСТовском рецепте. А не как в последующих массовых ипостасях с использованием маргарина, несущего совершенно ненужные нам трансжиры. Да, и чтобы вы точно могли отличить настоящую картошку от сделанной не по ГОСТу, она должна быть темной только снаружи, а внутри светлой. Вот такой лайфхак. С вами были «Съедобные факты» и их ведущая Лика Длугач. До скорых встреч на «Серебряном дожде». «Съедобные факты» от Лики Длугач.